О серебряных волонтерах сегодня в День волонтера-добровольца говорили на Авторадио. Под таким благородным названием объединились во имя добрых дел бескорыстные люди преклонного возраста, но молодые и энергичные душой. Они вырастили детей и внуков, стали мастерами своих профессий, вышли на заслуженный отдых. Но вот отдыхать и стареть они не захотели. Волонтерская деятельность спасает именно самих волонтеров, потому что когда они приходят в эту работу, они понимают, что они ценны, им надо еще изучить новое, им надо поднять, самосовершенствоваться, самореализовываться, так сказать, использовать свой потенциал. А на данном уровне развития, да, Российской Федерации, как гражданского общества, потенциал у таких людей довольно-таки большой. И серебряные добровольцы еврейской автономии реализуют его не только в общефедеральных проектах, но и в тех, что сами придумали, разработали и получили региональные гранты. Так, на новый виток развития выходит проект по социализации молодых людей с инвалидностью. В Алгеймском доме-интернате будут даны полезные мастер-классы на самые актуальные бытовые темы. Вскоре стартует хореографический проект, в котором волонтеры будут учить и учиться танцу. Другие подробности о жизни бескорыстных подвижников в полной записи эфира на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Денис Листюхин, Новости 21.